Всем привет, ребята! И сегодня мы посмотрим Friday Night Funkin' игру HD мод в хорошем качестве. Ой. Все. Сейчас мы посмотрим. Только я не буду вам показывать первую неделю, потому что там скучно. Во второй части мы просто про не попали с Girlfriend какой-то дом, а там бойфренд захотел туалет, а там именно она ему подсказала, чтобы кто-то типа потом она увидела каких-то кукол и сказала, чтобы они именно сказали, где туалет, и они вон сказали, и она охренела, кто что это они живые. И потом мы с ними они хотели работать, и мы начали работать с ними. Не обращайте внимания. Как же сочно я справился с этим. Ну то будет дело. Было чертовски тяжело, но у меня получилось. Я, правда, много раз чуть не умер за это время, но все равно победил. Дорогая, что ты думаешь насчет этих маленьких парней? Ну, они милые и все такое, но я, правда, думаю, что здесь слишком страшно и нам нужно уйти. Что тебя пугает, эта мрачная атмосфера? Нет, эти маленькие чудики мне не страшны. Ну, вот раскаты грома. А, я понял. Да ладно вам, ребята, не уходите так быстро. Если что, тут нет никого. Жуткий месяц только начался. Если что, тут нет никого, 18 и плюса. Так что тут нет баг никакого. Жуткий месяц? Вы не знаете, что такое жуткий месяц? Нет, просветите, пожалуйста. Ну, это когда, знаете, когда вам нравятся жуткие вещи. Поедание жутких конфет, обнаружение жутких монстров. Пропусти. Это сейчас я повторю танец. Кстати, ребятки, в следующей серии мы Пика посмотрим. Ну, а потом подумаю еще над чем-то. Короче, ребятки, вот у меня вот есть братаны, конечно, но они почти знают Friday Night Funkin, но мне, конечно, им нужно рассказывать, но мы-то, короче, хотели, не, ну,
Моя идея, придуманная из Фрейда Найтфанки реальности. Купить, конечно, одежду, но волосы не надо, не обязательно красить. Настоящие колонки, врубить эту музон, и мы микрофон, будем так петь, типа. И, конечно, нам нужно герл, какую-то подругу, короче, найти, где она может вот так поразировать. Но, ну, это, блин, планы такие. Но мы можем, я могу показать, где именно. Не, ну, как бы мы, я могу сделать, но... Ну, оно там будет... Ну, надо, короче... Короче, мы придем на площадку, вот, например, сначала это будет. И, короче, мы оденемся похожую одежду с кем. Да, и мы... И надо, чтобы у кого-то был автомат. Ну, мы... Это будет именно пика. И мы вот так будем пить. Но надо, чтобы нас... Я буду бойфрендом, а нас кто-то... Ну, да. И нас кто-то должен, типа, снимать. И один человек снимает, а другой врубает музон. Но, да, чтобы сделать. Только надо, чтобы все получилось. Ну, ладно, продолжим. Побыть с тобой наедине, что-то не так? Я умираю от желания устроить с тобой небольшой рэп-баттл. Ну и зачем? Что ты выиграешь, если я проиграю? С тобой все хорошо? Что? Что на этот раз? Ты в порядке, дружище? Ты потерял сознание, вероятно, из-за жутких танцев. Нет, я что? Ребята, вы этого не видели? Ты о чем? Я, должно быть, схожу с ума. В любом случае, мы уже все здесь сделали. Я думаю, это было весело, но у меня раздражение кишечника. Кстати, ребята, а как вас зовут-то? Я Скит. А я Памп. А вместе мы жуткие дети. Оу, я передумала, они такие милашки. Надеюсь, однажды у нас появятся такие же амбициозные дети. Что это слово означает? Ну, я не буду это говорить. Больше я занимаюсь такой фигнёй, тем менее плодородным я... Ну ладно, продолжим следующей серии. Всем пока.